Что касается украинского конфликта или сирийского конфликта, еще раз скажу, здесь все очень понятно. Здесь идет борьба за ресурсы. Здесь не стоит вопрос о там, скажем так, защите во многом национальных интересов. В данном случае стоит вопрос о том, что, с моей точки зрения, представители великой державы, которые считают, что они абсолютно великие, нарушили определенный мировой порядок, который существует, который пытались сами установить. В данном случае Российская Федерация выступает просто тем субъектам, которые пытаются защитить свои национальные интересы. Поэтому я занимаюсь детекцией лжи, и немножко занимаюсь политикой. Ну, естественно, Россия, она, конечно, агрессивная, поэтому возле наших границ находятся сотни натовских баз, а мы, естественно, всех нападаем. Да? Ну, как это знаменитая басня, да, виноват ты в том, что хочется мне кушать. Вот. Поэтому говорить об украинском конфликте, сирийском конфликте, мне, честно говоря, здесь все понятно, поскольку я имею отношение как там, к геополитике, к чему-то еще, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Почему-то кому-то это не понравилось. Ну, что ж, такое бывает.